Они не только задают много вопросов, но и на большинство из них могут ответить сами. В Йошкар-Оле прошел городской этап интеллектуального конкурса «Юные умники и умницы». 39 участников, по одному из каждого столичного детсада и только 20 полуфиналистов. Это дети 6-7 лет, которые умеют и учатся творчески мыслить, использовать знания в нестандартных ситуациях, оригинально отвечать и, самое главное, работать в команде. Второй этап состоится в феврале 2018 года. Затем настанет время республиканского конкурса. Отмечу, согласно новым образовательным стандартам, в системе современного дошкольного образования игре отвели ключевое место. Задача – разбудить в современных детях такие качества, как активность, любознательность, общительность и эмоциональную отзывчивость.